Триколор за 100 квадратных метров развернули сегодня в Тюмени на площади 400-летия. По традиции делают это лучшие молодые спортсмены региона, а в этом году к ним присоединились 45 старшеклассников из Донецкой Народной Республики. С праздником всех присутствующих поздравил глава города Руслан Кухарук, а завершилось мероприятие праздничным концертом с выступлениями творческих коллективов Тюменской области. Праздник, который с каждым годом приобретает новые смыслы. И в это непростое время для всей нашей страны, все жители нашей страны по-особому переживают этот день. По-особому проходят мероприятия. Действительно, это праздник, который объединил. Объединил поколения, объединил все народности, все народы, которые живут на территории нашей большой страны.